4 часа. Прошу занять свое место.
Приглашается Павел Юнгедов Момот, Шибраимов Шамиль Саде. Готовится Калуцкий Михаил Саде, Романов Александр Саде. Ведунья и соперника Романа Александра одерживает победу.
Thank you.
Thank you.
Здравствуйте, уважаемые участники соревнований и все любители спорта. Соревнования проводятся при участии Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации города Североморска. Вот буквально пару слов, пока мы не начали официально, так сказать, церемонию. Уже, хотя сейчас будет открытие, но оно уже прошло, в принципе, давно, мы уже увидели юных спортсменов, юных каратистов. И знаете, впечатление такое, работа проделана тренерами и вашими главными болельщиками, которые, конечно, мамы и папы. Вот. Большое им спасибо, потому что мы и вам большое спасибо за ваш труд. Вы такие маленькие, но вы уже чемпионы. И скоро награды, вы получите первые награды на этих соревнованиях. Мы рады приветствовать вас на открытии 17-го чемпионата и первенства города Североморска по кикбоксингу в памяти героя Российской Федерации, заслуженного военного летчика генерал-майора Тимура Автандиловича Пакидзе в рамках городских официальных спортивных соревнований по кикбоксингу 2022 года. Тимур Автандилович всегда был эталоном офицерской чести, мужества и любви к своей родине. В этом году эти соревнования обретают особый смысл в связи с проведением специальной военной операции. В эти дни наши военные летчики в рядах вооруженных сил Российской Федерации также с честью выполняют свой долг перед Родиной. Сегодня в этом спортивном комплексе собрались спортсмены со всей Мурманской области, чтобы принять участие в соревнованиях по кикбоксингу. Это вид спорта для сильных не только телом, но и духом. Микрофону приглашается воспитанник Тимура Фандиловича Апакидзе, заместитель командующего 45-й армии ВВС и ПВО по авиации полковник Павел Энгельсович Подгузов. Большое спасибо за представление. Уважаемые спортсмены, уважаемый тренер, судьи, уважаемые родители. Я очень рад, что меня пригласили сюда для того, чтобы поздравить вас всех с этим праздником молодости, ловкости, силы, за то, что вы с малых лет учитесь защищать как себя, так и тех, кто служил вас. Командир, ну как, я с лейтенантом был его в руках, но то, что я сейчас из себя представляю, это сделал он. Где бы мы ни служили, помимо того, что у него весь полк тренировался, овладевал основами карате, он еще и организовывал школы для школьников, начиная, наверное, с первого класса. И я сейчас вижу перед собой прекрасных последователей его цели в жизни. Удачи вам, и пусть победит достойнейший. Спасибо. Микрофону приглашается руководитель Североморской Федерации кикбоксингу Владислав Григорьевич Полторец. Добрый день, уважаемые спортсмены, родители, судьи, зрители. Нам очень приятно, что вы собрались на наш праздник, потому что соревнования для нас это определенный этап, определенный урок, который мы сегодня сдаем, в том числе и экзамен на нашу профпригодность. Хотел бы отметить, что в рамках сегодняшнего турнира происходит отбор на чемпионат Северо-Запада, который состоится у нас 26 ноября в городе Великий Новгород. Поэтому хотелось бы сегодня пожелать вам удачи, честного судейства, и как сказал товарищ полковник, и пусть победит сильнейший. Вот. Спасибо. Открытие чемпионата и первенство города Североморска по кикбоксингу и памяти героя Российской Федерации, заслуженного военного летчика генерал-майора Тимура Автандиловича Пакидзе объявляется открытым. Звучит гимн
Российской Федерации. Категории 18 и старше, 14, 15, 16, 17, и категории у нас 8, 9 лет и 10, 11. Константин. Прошу хоть любой. Прошу хоть любой. Константин Александрович. Общая команда налево. Итак, переходим к приятной стороне. За первое место в самой категории 55 кг возрастная группа 14-15 лет. Как рождается Скупа Семен. Вот!
третье место Бидвиг Кирилл. Рамазанова Каролина.
2011. Вторая категория 40 килограмм. Первое место. Василий Питер. Второе место. А какая дела? Третье место. Муравьев Матвей. Thank you.
Чемпионка Юлия, первое место. Yeah.
это лишний первый шаг на пути к долгому, горному овладению боевым искусством, нашим любимым и родным Фукушимой. Представители команд, прошу развести по местам дислокации. Через 30 минут мы будем готовы продолжить наш турнир. Спасибо. Thank you.
Кондрашова одержала победу в центре ИКОН. Тенбо-про, Бухов-Саград-Садр.
На татами
На татами был Бога, Рипчук Барс Северов, Рыжов Энсин Ван. Yeah!
Готовность. Стейкуваева, Дэн Бутро, Дэн Сима.
Коля Богдан, сам
молодец, отработал. Вообще красавчик. Thank you.
Thank you.
Сейфулаева и Панина будут выступать через бой. Сейчас готовится Надыка Кухова, Милена Брюханова. На татаме проходит Сейфулаева
Ваши кедры,
раза. Thank you.
за второе место Виктор Дига. Thank you.
грамоту перейти. Да, ну будет бумажка делать. За третье место общей команды зачетки награждается клуб «Барс Североморск». Александр Николаевич, можно так же? За первое место общая команда зачетки награждается клуб «Сатари». Быстрее, туда, туда, туда. What?